Вы начинаете бизнес в интернет? Ребята, рекомендую вам начать с того, что создать себе закладки. То есть вам будут наставники, ваши спонсоры давать какие-то рекомендации, давать закладки. У вас будут свои кабинеты, свои кошельки и так далее. У каждого в бизнесе свое. Но чтобы каждый раз не просить, не искать, лучше создать закладки. Вот есть такой сайт, он называется onlinezakladki.ru. И я вам его рекомендую, или можете взять любой другой, неважно. Мы покажем на примере, я покажу на примере вот этого, потому что это очень удобно. Здесь можно авторизоваться, можно на любом, с любого компьютера, есть приложение, можно с планшета и так далее. То есть вы закладки делаете, везде можете потом в них входить. Итак, для начала вам надо зарегистрироваться. Давайте мы нажмем «Авторизация». И войти или через e-mail можно, то есть вот вы нажимаете «Войти через e-mail» и вписываете сюда регистрация потом и вписываете сюда e-mail и пароль. Или можете войти через, давайте я покажу на примере Facebook. Я нажимаю Facebook. Но рекомендую вам все же регистрироваться через ваш основной e-mail, чтобы вдруг вы что-то забыли, чтобы вы могли все это восстановить. Я вам для примера показала, как через Facebook или любую социальную сеть. Итак, может быть, там попросят разрешение, скорее всего, попросят, надо разрешить, разрешить. Или регистрируйтесь через вашу почту. Вот вы уже авторизовались. Вот ваш профиль, да, вы авторизовались. Теперь, что мы можем сделать? Вот смотрите, с чего я начинаю, как и я начинала. Вот можно сделать просто здесь закладку, адрес сайта написать. Ну, давайте мы, вот я выйду на свой сайт. Копировать. Вот, допустим, мне надо, чтобы эта ссылка была под рукой. Вот здесь, допустим, напишу бизнес. И добавить. И вот сейчас эта ссылочка добавится. Но удобней пофасовать это все по папочкам. Вот пока ссылка добавляется, давайте я покажу. Вот я делаю таким образом. Я делаю папку. Например, делаю папку «Академия успех вместе». Папка такая. Не тут написала. Минутку. Вот. Это одна папка. Вторая папка, допустим, пишите «Мои кошельки». Я как пример, вы свое будете писать. Здесь пишите «Партнерские ссылки». Здесь мне это не надо, я это удаляю. Эта закладка мне не надо удалить вот просто. Здесь пишу дальше. Еще одну папку делаю. Клуб наставник MLM. Ну, допустим, еще делаю полезные материалы. Надо, надо. Полезные материалы. Ну и так далее. Теперь, вот удобно вы нажимаете «Клуб наставник», и вот здесь вы можете добавить. Допустим, я добавляю свою какую-то ссылку там, вот ссылка на вебинарную комнату клуба наставник, да? Чтобы мне ее каждый раз не искать. Где же это? Когда вебинар, надо зайти. Я пишу веб-комната. Добавить. И вот таким образом вы можете сюда добавлять все ссылочки.
Здесь еще есть масса функций, надо подождать просто какое-то время, пока она, вот видите, она добавилась, все, веб-комната. Потом дальше, раз еще нажимаете, следующую ссылку добавили. Вот рекомендую вам сразу заносить сюда, вам будет удобно, у вас будет все по папочкам, у вас будут всегда закладки. Теперь давайте посмотрим настройки, что тут у нас еще есть в настройках. Вот, смотрите. Что я вам рекомендую? Вот в тех браузерах, которыми вы пользуетесь, вы заходите на онлайн-закладки.ру, вот, авторизуетесь и потом нажимаете «Визуальные закладки». Вот я нажала «Визуальные закладки». Теперь нажимаю «Установить». «Установить». Идет проверка приложения. Вот, отлично, они установлены. И теперь мне даже не надо каждый раз переходить по ссылке онлайн-закладки.ру. Для этого я могу просто нажать на вот эту вот звездочку. Вот. И все, я буду попадать все время в эти закладки. И вот таким образом, да, не забывайте авторизоваться, то есть вы нажимаете на звездочку. Если у вас тут не появляются ваши закладки, значит, вы просто не авторизовались. Вот, находите авторизоваться, вот если я сейчас выйду, видите, нету моих закладок. Ключик такой, авторизация. Авторизовалась, вот раз, и появились мои закладки. Вот рекомендую таким образом сделать папочки, чтобы вам было удобно работать. Можете сюда абсолютно все, и соцсети, ну то есть то, чем вы пользуетесь постоянно. И потом вы просто в любой браузер вошли, причем это можно делать и в мобильном, и на планшете. Нажали на эту звездочку и перешли на ваши закладки. Для этого надо просто авторизоваться, ну и, конечно же, помнить логин и пароль вашей авторизации. Делаем бизнес просто, делаем бизнес легко, экономим время. Ребята, это того стоит, я знаю точно. Всем пока-пока и делайте бизнес с любовью. С вами была Любовь Долгая.